Добро пожаловать в художественный мир Одессы, разнообразный и притягательный. Музеи, галереи, арт-центры ждут своих зрителей. Воронцовский дворец представляет постоянно действующую экспозицию работ одесских художников, подаренных дворцу ко дню рождения Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой с 6 сентября. 18 одесских мастеров по инициативе благотворительного фонда «Авы» куратор Рита Колобова объясняются в своих чувствах родному городу. Мемориальный музей Александра Сергеевича Пушкина на улице Пушкинской, 13, представляет выставку графики Бориса Белова с 3 сентября. Борис Геннадьевич Белов творчески работает в области художественного стекла и художественной керамики. Выставка графики – яркое проявление одной из граней его таланта. Музей западного и восточного искусства на улице Пушкинской, 9, представляет экспозицию в залах Нидерландов и Германии. Шедевры из коллекции музея вновь украшают его стены. Многогранная и разносторонняя коллекция музея представляет многие периоды и страны, благодаря кропотливой и профессиональной работе реставраторов. Усадьба Степановка художника Николая Кузнецова Коминтерновского района Одесской области представляет экспозицию, посвященную жизни и творчеству мастера. Усадьба расположена в живописном уединенном месте, которое окружают бескрайние луга и поля. В конце 19 века это был дом, куда охотно съезжались выдающиеся русские и украинские художники. Атмосфера усадьбы и лирическая южная природа вдохновляла многих мастеров на создание замечательных пейзажей. Традиции стараются воссоздавать и в наше время, организовывая пленэры с участием одесских художников, кураторы Светлана и Сергей Седых. Подробности на сайте odessaart.org.ua.